как бы у меня вот в инвенте чарк. Пел ливнуть. Видите, они просто не успевают. Он даже КТ, вы понимаете? Мне даже КТ не успевают дать. С кем я уже это тестил? И все умирают. Алмазка с тотемом. Раз, два, три. Сдох. Вы это видели? Всем здорово, дорогие друзья. С вами я, Годзилка Шоу. Короче, сегодня такой очень угарный ролик. Эта фишка работает. Я, конечно, не могу вам сказать, как я ее делал, потому что это подсказали мои тиммейты. Это просто такой рофл. Вот, видите, вот эту вот теру, да? Мы сейчас находимся в аду, то есть, как бы, у меня вот в инвенте чарка. Вон, настоящая, натуральная. И вот эту чарку я сейчас буду писать, что все ТП, я голый, можете чекнуть им. Си минус А. У меня чарка. Инфси. Кто хочет ТП, забирайте. Если что, вливайте. Так, кто хочет ТП, забирайте. В броне или без. Тут даже ник я не буду. Как бы у меня ник Саптугодила, конечно. Все ТП я голый, можешь чекнуть. Инуси минус А, у меня чарка МСИ. Кто зочит, так неправильно написал. Кто хочет. И теперь просто наблюдаем за угаром. Я же снимаю, конечно, снимаю. Немного тут экран обрезанный, чтобы не было вот этих рамочек. Помните, я вам в том ролике говорил, что рамочки. Вот, я их убрал. Все ТП. Так, броне или без. Просто могу отдать. Или можете убить. Самое главное, чтобы меня никто не замутил, но вроде бы тут нету мод. Вот, смотрите рофу. Оп, раз, два, три, четыре. Смотрите, алмазка, алмазка. Ой, успел ливнуть. Видите, они просто не успевают. Он даже КТ, вы понимаете? Мне даже КТ не успевают дать. Это такой угар. Так... Все в их руках, смотрите, и сразу ливает, то есть все, они прошарили. Но вот этот вот чел, у него просто ад прогрузился, а у первой алмазки нет. То есть я могу просто алмазке по сути так это дать. Смотри, видели, я специально бать сделал, я морковку сюда поставил. То есть если чел тэпается, он берет, смотрит сюда, как бы берет, но вся чарку в сундук положи, ага, конечно. Смотрите, мы реса не можем поиметь с этого. То есть это гриф такой. Вот так вот. Можем тэпать куда угодно людей. Можем вверх. Ну, чел, понятно. Мишу не интересно тэпать. Я и до этого с ним играл, считай. Ну, как бы до этого тут был. То есть он знает эту фишку. Я ее тестил. Тут чел с двумя тотемами тэпался, вы понимаете? Он взял два тотема. Вот так вот. Ему один. Он думает, типа, его сейчас сольет, да, но один-то тотем в руке. И то есть люди не понимают, а чё их бьет. Так, без обмана, ТП, хоть голые, хоть голые. Самое главное, чтобы меня не замутило. Это самое стрёмное, потому что я это могу делать пока только с этого. А знаете, в чем тут еще прикол? Я на шифте открываю этот сундук. О, а этот тоже знает, это скучно. Этот народ, он уже был. Понимаете? Это те, с кем я уже это тестил. И все умирают. Алмазка с тотемом. Раз, два, три. Сдох. Вы это видели? Просто. Вы это видели? Он просто взял с тотемом в руке. Еще. А, это не алмазка. Народ охреневает, как, пишет, как я это делаю. Плюс опыт. Смотри, можем опыт подбирать людей. Но я ничего не бью. И они меня ударить тоже не могут. Алмазник этот же тэпается, который... Смотрите, этот хом тут поставил меня убить, пытается, но он меня не убьет. Тут, походу, бить нельзя. Смотри, еще один. Просто, просто ору. Смотрите, все подыхают, а я просто стою. Но я чарку, конечно, не буду. Вот, он хом поставил, он тэпается, он меня даже ударить не успевает. Бам-бам-бам, все. Вы понимаете, какой это прикол?
Смотрите, тут просто столько народу, и меня никто не бьет. Я даже вот так ККБ врублю, потому что если я засюда запрыгну, то мне хана. Да, он забрал морковочку. Я не буду это доложить. Но человеку скучно. То есть он просто будет подыхать скоро бы прям вообще. Ну вот просто я орну с того, что алмазника мы слили. Но лута нам не падает, потому что мы как бы за миром, тут все исчезает, смотрите, даже вот так исчезает. Но чарка-то у нас в инвенте, мы голый. Народ, бейте меня, вот, дам чарку. Я тут ноунейм, я голый, можете чекнуть инси минус А. Минус А. Так, вот еще один челик тэпается. Алмазик. Блин! Вы видели? Он почти ливнул. Он почти сдох, блин, ну ладно. Ну. Блокировка чата до. На час, что ли? Ну, короче, будем... Ну, вот как вам? Думаю, на этом можно даже закончить ролик. Коротенький, 6 минут. Думаю, достаточно. Вот, мы продержались до мута. То есть, смотрите, он ничего не может сделать. Он ударить нас не успевает. Просто вот... Это такой угар, народ. Вот как вам это вообще? Также вам хотела рассказать, как сделать такой прицел, как у меня. Вот настал этот момент. Я звук уберу. Видите, он ударить не может. Мне КТ дать невозможно. То есть, окей. Все, смотрите. Как сделан настройку такого прицела. Берем. Escape. Настройка модов. Вот у нас. Custom Crosshair мод. На него я оставлю. Дайте. Смотрите. Custom Crosshair, да? Качаете по ссылке в описании. Я там оставлю именно и чит, и мод. И теперь... Просто берем, не пугайтесь, сейчас будет белый экран. Если вы сидите ночью в телефоне, то сделайте экран поменьше. Нажимаем на Ё, на самую левую кнопку Escape, и под ним есть кнопочка, нажимаем. Custom Crosshair, так, никого нет. Мут не прошел. Вот, здесь у меня тип 1, здесь вот так, ну, можете настроечки взять, у меня тут вот так, Zignus 5, 1, 1, 0, ну, то есть по минимуму, а тут Zignus 5, динамическая, это типа, чтобы он нас менялся, то есть, чтобы не было вот так вот, то есть это неинтересно, а вот так вот покрасивее, и видно тайминги, то есть все для таймингов. Item cooldown, ну вот, это типа, что, видите, вот это вот. Индикатор, который появляется. Вот это вот он и есть. Ну вот, смотрите, можешь копировать. Тут можно любой поставить. У меня тип первый. А я думаю, чётки. Он на меня зельку кинул. О боже мой. А вы знаете, в чем прикол? Тут все, что можно кинуть, даже как бы это. Ну видите, вот квадратик можно поставить. Но у меня настроено под кружочек, поэтому все вот так. Ну и знаете, вот тут кидаешь пузырек опыта. Жемчуг Эндера, все разбивается сразу, то есть оно исчезает, вот как вот это, оно так и исчезает, то есть окей. И вот эту вот чарочку никто так и не забрал, эту вот мою хорошую, смогла ее не выкинуть. Угу. Вот такие настройки у меня, вот так вот. Также сейчас зайду на канал, посмотрю, что я вам еще хотел объяснить. Так, сейчас я быстро зайду. И расскажу вам это. Также, вот, если хотите еще ролики под Джету, вот так вот, просто, ну вот, скажите, кто знал, что можно именно вот так вот сделать? Это просто догадаться до такого, и это только на моем канале, вы нигде не найдете такого. То есть, вот для этого, да, кстати, я солью РП, вот это вот, с которым я играю, где мечик короткий, да, я вспомнил, что хотел, солью РП, РП тоже будет в описании. То есть... Я думаю, вам обязательно должно это понравиться, потому что это ни у кого нету, ни у кого такого нету. И здесь мне самое главное не нажать пробел и не нажать как бы больше ничего другого. И эту фишку очень тяжело сделать, как бы, поэтому, если что, мой ник, ну, а блин, а что мне делать? А кому мне чарку отдать? Я сейчас не подумал, кому я буду отдавать эту чарку. То есть это так, я сейчас выложу. Ака мне забанят. И все. Ну, это, понимаете, это паранормальная зона. То есть здесь очень как бы все странно. Ресы
как бы исчезают. Ты за миром, ты когда появляешься тут, тебя бьет, и тотемы не работают. На шифте открывается сундук. Вот, shift, вот правой кнопкой мыши. Открывает сундук, это просто вообще... Но блоки тут ставятся. Окей, то есть и... Это просто угарно. Думаю, за такое можно поставить лайк за мое старание. Я постарался, я нашел для вас баг, но это не я нашел, моя тема. Ну, все равно поставьте лайк, я вам это показал. Кстати, расскажу вам так, если что, никогда на серве, может быть, вы не знали, не пишите вот эту вот команду, она вас просто логаут, она вас просто выкинет с серва. Ну, а с вами был Годзилка Шоу, ставь лайк, подпишись на канал, если хочешь больше таких роликов. Пока!